tôi chứ.
Ну что, друзья, парень, очевидно, свое дело знает. Массаж реально приятный, если это выглядит больно, то это не так. И по ощущениям что-то реально необычное, в хорошем смысле слова. Вот я лежал возле шоссе, смотрел на ночное небо. И это даже приятнее, чем в салоне лежать, дорогом. Реально, если приедете в Хо Чи Мин, можете попробовать. Реально, реально расслабляет, реально интересно. Думаю, парень заслужил чаевые. Показал мне YouTube, типа на YouTube будешь заливать? Yes. Окей. Вот это? No, no, no. Вкусный чай.